Привет, дорогие друзья! Сейчас на обзоре профессиональная USB-нагрузка. Длина всего 68 мм, ширина 30 мм. Рабочее напряжение данной нагрузки от 3,7 до 13 вольт. Регулируемый ток от 0 до 3 ампер. Максимальная мощность нагрузки 15 ватт. Особенностью данной нагрузки является то, что она имеет регулируемый резистор. Ну что, давайте ее подключим к какому-нибудь источнику питания и проверим, как она работает. В данном случае я возьму Powerbank с USB-тестером. Начнем регулировать на наш резистор, чтобы пошел ток. Регулировка очень плавная, можно менять ток с точностью до 0,01 ампера. На данном пауэрбанке докрутим до 2 ампер. Так, при нагреве данного резистора, достижении температуры радиатора 40 градусов, включается автоматически сам вентилятор. Мы сейчас это увидим. Как только температура будет снижена, вентилятор автоматически отключится. Отвес уберем, ток практически на ноль. На этом обзор окончен. Ссылка на данный резистор смотрите, ищите в описании под видео. До новых встреч!